Вот тянется по запаху младенец, охватывает, жадно насыщает грудь. Так занаряжено, никуда не деться, и для мамаш пока что это труд. Словесно и чисто, если в мире молоко, с нездешним запахом и пренебесным вкусом. Как сказано, оно недалеко, в устах и в сердце, от Христа Иисуса. Бактерицидных свойств не перечесть, и росту прибавляет так заметно. Рассчитано оно не на один присест, сплошь витамины и зимой согреты. Святая Библия, а в ней заветов два. Этой двойне полные сосы. При них пасутся тучные стада. Приятно христианам там пастись. Грудь своевременно поднимется, как башня, и обратят внимание на пышность женихи. Невесты стан так бюстом был украшен, с дней первых и о том библейские стихи. Жестокосердные монахи и кастраты возненавидели и скрыли обе груди. А детям суррогат неисчислимы траты, а кто ихов, миней и прочего нагрудит. Мать, любящая нежное дитя, заботится о росте всех рожденных. Послания апостолов к возлюбленным летят, к изголодавшимся, где затухают стоны. Зашоренная паства разбрелась к чужим заморским яствам и объедкам. Война везде, но ни одна стрела колчана не покинула за сирых и за бедных. Все о Писании кричу и надрываюсь, о водоемах полных неразбитых. Пускайте же по водам караваи, зачем хвалить разбитые корыта? 4 июля 2006 года.